Так, ну что, ребятки, расскажу вам о трех методиках работы. Сегодня у нас методика первая. Я когда начинаю в своем районе, непосредственно со своего дома, да, потом выбираю и хожу, получается, только пешком, не использую ничего, только свои, как говорится, силы. На следующей неделе попробую методику, когда я в этом случае не смотрел на коэффициент, как сегодня отработал, просто взял слот на 6 часов до 2. Уже мне осталось 3 часа, и я просто хожу своим пешком, то есть не использую ни транспорт, ничего, просто хожу. На коэффициент я не смотрел, у меня сейчас вообще коэффициент плюс 0,2 дополнительный, поэтому заработок, наверное, вообще малый получится, по смыслу всего надо заработать, сколько часовая ставка, и потом с вами посмотрим на следующей неделе этот вариант работы какой. Я закидываюсь в максимальную зону, которая будет с кэфом максимальным. И там будет, ну, закидываюсь транспортом, естественно, закидываюсь утром, трачу на проезд утром. Потом там работаю с максимальным кэфом, тоже только пешком. И обратно выкидываюсь тоже транспортом. Потому что, скорее всего, у меня обратно в 5 пешком там 2 часа, условно говоря, будет. Даже никто как-то. Поэтому так вот, обратно тоже, соответственно, будут траты. То есть 2 раза я трачу на транспорт утром и вечером. Вот так. И, ну, будем работать в зоне полученных кэфов, но тоже пешком. А третий вариант, это, может быть, посмотрим на декабрь, перенесем. И там уже будет у нас, скорее всего, с 1 декабря. Это вариант какой? Мы берем с вами проездной максимальный, который есть. Это 2500 рублей с копейками. Может быть, меньше сейчас, может, больше, я не знаю. В том году было 2 рубля с чем-то на месяц. И максимально катаем на автобусе. То есть, если у нас заказ длинный, условно говоря, там, быстрее сделать вам транспорт, я сажусь на автобус, еду, и я беру, естественно, в данном случае, чтобы покрыть расходы, зону максимального кэфа. То есть даже если мне придется ехать на другой конец города, я вынужден буду это сделать, потому что мне, ну, допустим, у меня вот сейчас я скатану с кэфом дополнительно 0,2, а если мне, допустим, под Московский район был, там был кэф дополнительно плюс 0,9. То есть разница, да, почти 2 раза. Вот имейте в виду. Вот эти три зоны заработка мы с вами посмотрим. Три варианта. И выберем, что выгоднее, и будем по этому принципу работать. На велике, у меня велик тоже есть, но он в плачевном состоянии. Его надо ремонтировать, вкладываться. Пока не знаю, как это сделать. Может быть, есть четвертый вариант. Если захотите, попробуем на самокате. Никогда не самокате, конечно, не катался. Вам не упасть. Давайте, всем пока. Идем на новый заказ. Сейчас у нас мультик с Макдональдса. Вкусная точка. Давайте, всем пока.